Мы с ней на сладкое на шаббат решили заказать себе кнафу. Кнафа — это арабская, иранская, восточная сладость вот такая, да. Она посыпана орешками, это нам дали вилки, посыпана фисташками. Она сладкая, внутри сыр, моцарелла и фета, по-моему. И к ней дается вот такой сироп. Мы заказали сироп без сахара, заменитель сахара. Нам дали вот таких вот два сиропа. Когда ты кушаешь, ты должен разогреть, чтобы сыр тянулся. И дали вот такой нам шоколад. Шоколад я же попросила. И она вкусно идет, знаете, с чем? Одну секунду, сейчас вам. И взяли мы к ней, то есть ты разогреваешь, она горячая. Взяли мы к ней фисташковое мороженое, полкило 39 шекелей. Я не знаю, это дорого, недорого. 10 долларов, да, доллар 3-4, кстати, я не сказала. Как бы доллар у нас не меняется. Ой, сейчас хочу открыть вам, сказать. Фисташковое мороженое, мы когда-то брали, ребенку оно понравилось. Вот такое мороженое фисташковое. Вкусно? Вкусная такая фирма. Вот, это мы были в торговом центре. Мне понравилось, потому что я когда-то брала кнафе, оно было заморожено, они его грели и все. И сыр там был как резина внутри. А это они сами при тебе делают на сковороде. Попробуем. Разогреем, польем сиропом с мороженым. Я думаю, что на шаббат это будет вот так. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Будем рады. Ребят, мы положили в одноразовую тарелку. Я, честно говоря, не хотела снимать, просто сели покушать. Вот кнафа, которую показывали, что мы купили, выглядит она вот так. Оля, иди сюда. С тарелкой. Я не захотела мороженое. С тарелкой. Я не захотела мороженое. Но это вообще ложится сверху, ложится мороженое. Или белый пломбир, или мы взяли фистук мороженое. Фисташковое мороженое. Вот у Орли это выглядит вот так. Вот мороженое. Это обычно... Ну, кто как хочет. Я не хочу мороженое. Это берется вот так. Мороженое. То есть кнафа горячая, теплая уже, да? С мороженым и кушается. Это Орли напротив. Вот, выглядит это... Что с ним? Вы видите, это вот тут такие волокна. Вот видите, прямо как волосинки вот такие. Я пробовала сама готовить, у меня не получилось. Внутри сыр, сверху посыпано фисташками, поливается сироп. Мы взяли сироп, который без сахара, заменитель сахара. Вот. И в середине сыр, вот. Еще вам показать. Вот сыр в середине. И это очень-очень вкусно. То есть горячие кнафы и мороженое, это вот так. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока-пока. Всем приятного аппетита!